Всем доброго времени суток, с вами Свет Небес, это жизни. Сегодня будем мы немножечко играть на барабанах, на бочке и на тарелках. В общем, что могу сказать? Все, что я смог запомнить, так это то, что барабан играется в первом ударе. Ой, нет, бочка играется в первом ударе. Тарелка вот эта слева, которая играется всегда, всегда играется во всех четырех. И барабан в третьем. Но я что-то там свое намутил, и вышло кое-что прикольное. Ну, еще есть брейк по типу такой. Что-то похожее. Вот, ну, давайте начнем с простого, с чего каждого барабанщика обычно учат. И потом я, скажем так, продемонстрирую вам... Ну, как продемонстрирую, в общем, сыграю то, что я хочу потом попробовать в реальности. И думаю, это будет как раз уже в среду. Опубликую, как это звучит в реальной жизни. Но знаю, что будет не очень хорошо, потому что это дело не профессиональное, просто как любитель. Но давайте. Ой, не так, еще разок. Вот, такое начало. Собственно, нас этому учили. И еще брейки по типу таких... Как-то так. Вот, ну давайте что-нибудь прикольненькое сделаем. Ну, единственное, вот набросочка у меня есть. Сейчас ее и попробую. Такое. Знаю, для большинства это фигня, но когда ты сам фигаришь по барабанам в реальной жизни, это реально, то есть, шум, грохот. Снаружи слышно, как будто, ну, просто война идет, но когда ты сам играешь, для тебя это, ну, скажем так, не так слышится, и все круто, все классно. Сразу, когда я играл на барабанах, вот сегодня первый раз, получается, сегодня 13 число, или 12, еще гляну, 13, 13.06, 21. Это было мощно, я просто зашел и, ну, там нам дофига все объясняли, было весело. Было весело, классно, мне все понравилось. Если кому интересно, можем, скажем так, что-нибудь придумать с этим приложением и... И что-нибудь придумать. Ну, как-то так. Кстати, мне интересно, на ободках играть можно? Не, нельзя, нельзя. Жаль. В реальной жизни можно. На металлических ободках. Ну, не знаю вообще, зачем я это видео заснял. Просто думаю, весело, красиво звучит. И это классно, мне нравится. Потому что я реально в последнее время так напряжен. И это и нужно снимать видосы. Нужно программирование учить. Нужно все делать. Пошел туда, ну, это... Ну, грубо говоря, давайте я буду звать это Академией, я просто не хочу разглашать, где, ну, что это такое на самом деле. Вот, рубанул и забылся, и захотел еще. Вот. Кому интересно, ставьте лайки, комментируйте, как вы воспринимаете то, что вот мы можем в будущем как-нибудь использовать данное приложение. И, может быть, что-то интересненькое выйдет. Все. Всем до новых встреч, всем пока. Спасибо за просмотр. Всем добра.